Елена живет в деревне Татарки. Ее участок в числе 6, владельцы которых заключили договор на соцгазификацию. На данный момент к их домам пока не подведен распределительный газопровод. На встрече с жителями женщина поинтересовалась сроками подачи голубого топлива. Сегодня я задала вопрос о том, что насколько будет оперативно нам проведен вот этот распределительный газопровод с тем, чтобы потом подключиться к домам. Вот. Ну, как бы мы сейчас надеемся на обратную связь. Телефон я дала. Нам, наверное, дадут какие-то разъяснения, как оперативно и в какие сроки это можно будет получить эту услугу. Вопросы о сроках проведения газовых коммуникаций, благоустройства территории после строительных работ и возможность включения новых населенных пунктов в программу социальной газификации. В Чистцах прошла встреча жителей с директором филиала «Запад Мособлгаза» Ильей Афанасьевым. В рамках соцгазификации нами разработано 2 пакета, которые предусматривают в первом пакете газификацию по низкому давлению, во втором пакете по среднему. Многие вопросы местных жителей были решены прямо на месте, а остальные взяты на контроль. По программе соцгазификации в округе построено более 110 километров распределительного газопровода. До конца года осталось проложить еще 23. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».